Продавцы и покупатели текстильной продукции смогли узнать о своих долгах. В субботу в одном из торговых центров города проходила социальная акция службы судебных приставов. За несколько часов более 30 ивановцев проверили, есть ли у них задолженности. У пятерых таковые нашлись – неоплаченные штрафы в ГИБДД, госпошлины, налоговые сборы. На месте четверо ивановцев оплатили долги приставу-исполнителю, получив взамен квитанцию. Совершать покупки они продолжали уже с чистой совестью. Сотрудники управления в ходе проведения акции разъясняли должникам о возможных мерах принудительного воздействия к ним в случае, если они не оплатят свою задолженность.